Привет всем! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы с вами будем делать шоколадные печеньки. Порция будет небольшая. Это у меня новый рецепт. Это, как говорится, для пробы. Нам надо 2 столовые ложки какао, 100 грамм сахара, 100 грамм сливочное растопленное, нам надо 120 грамм. Одна пачечка ванилина. Одна чайная ложечка бак-пульвер. Сто грамм сметаны. Чуть-чуть щепотка соли. Все это мы хорошо перемешиваем. Цвет уже шоколадный. Уже у нас перемешалось. Вот такая масса получается шоколадная. Теперь высыпаем 1 стакан муки. Тесто у нас без яйца. В этом рецепте яйца я не нашла. Я думаю, так оно должно быть. Вот у нас что получается. Теперь мы еще добавляем муку, чтобы тесто собрать все в один комок, чтобы оно не было тугим и не жидким. Вот у нас собирается все в кучку. Все, наше тесто готово. Оставляем его на 20 минут полежать. Накрываем целлофаном. Даем 20 минут отдохнуть. Прошло 20 минут. Наше тесто отлежалось. Я разделила его на 2 части.
Теперь нам надо сделать вот такую вот колбаску и разделить на одинаковые кусочки. Ну, вот такие, примерно сантиметр полтора. То, как приловчиться. Кусочки у нас. Теперь мы с них сейчас сделаем шарики для наших дальнейших печенек. С одной половины теста я уже сделала вот такие вот печеньки у меня. Сейчас я вам покажу, как это делается. Печеньки с начинкой. У меня была шоколадная паста. Я ее высыпала в кулинарный пакетик для удобства. Все, шарики наши готовы. Теперь слегонца мы разравниваем. Немножко пальцами растягиваем тесто. У кого есть дома такая вот толкушечка, пригодится для печенек. Придавливаем. Вот смотрите, у нас получается вот такая вот лепешечка. Переворачиваем. Буквально одну капельку шоколадного крема. И аккуратненько защипливаем концы. Вот такая вот печенька. И ложим ее на листик. Продолжаем так же дальше. Капельку шоколада, склеиваем концы, переворачиваем и ложим на лист. Я думаю, у кого нету шоколадной пасты, можно положить кусочек шоколадки. Она тоже растает, молочный шоколад, очень хорошо. И быстро тает в духовке, для печенья он тоже подходит. Вот такая лепешечка у нас. Переворачиваем, ложим буквально немножко шоколада, склеиваем, переворачиваем и на листик. Красота, одинаковые все получаются. Заклеиваем. На листик ложим. Для рецепта нам понадобилось 100 грамм сахара, 2 полные ложки какао, 1 чайная ложечка бак-пульвер, сливочное масло 120 грамм растопленного, щепотка соли, 1 ванилина, 100 грамм сметаны. Для начала, немножко, ничего страшного.
Для начала 1 стакан муки, но потом досыпать, чтобы у нас получилось вот такое вот тесто. Духовка у меня уже греется на 170 градусов вверх-вниз. Шишки можно их назвать, шоколадные шишки. Буквально немножко. Сильно много не надо шоколадного крема, потому что, я думаю, оно вытекет. Печенье. Наши печенья шоколадные с начинкой уже готовые. Посмотрите, какие они получились. Начинка наша не вытекла. Получились очень красивые. Сейчас мы их прямо на этом листе я присыплю сахарной пудрой, чтобы они у нас были такие снежные, заснеженные. Готово. Получились песочные. Горячие еще. Сейчас мы разломаем. Вот такие они у нас внутри, прожаренные и с начинкой. Все, дорогие мои, наше печенье готово. Подписывайтесь на мой канал, просматривайте мое видео, ставьте класс, оставляйте комментарии. Всегда с вами Иринка.